Всем привет! Мы расскажем вам самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Стали известны итоги третьего тура голосования в конкурсе «Человек года». Ольга Жемчугова опять вырвалась вперед. Некоторые зрители думают, что 10 тысяч рублей, которые Глеб якобы отправил своей подруге, на самом деле ушли на новые сим-карты для голосования. Следующий тур не прошли Ольга Рапунцель и Руслана Мишина. За них отдано меньше всего голосов. Также в городских квартирах состоялись съемки очередного этапа конкурса. В качестве звездных приглашенных гостей выступали Тимати с его командой и Егор Крид. Участники пели народные песни, их ждали очередные испытания. Ольга Жемчугова рассказывает о своем участии в конкурсе. «Тяжело, однако, выступать в 5 утра, мне порвали колготки, ставили банки. Временами было больно, но это все терпимо по сравнению с личинками. Смотрите через неделю мое выступление». Подписчики комментируют: «Кошмар какой, как после пыток на допросе. Ужас, издевательство какое-то. Надеюсь, что дело не дойдет до клизм». Татьяну Владимировну Африкантову и ее дочь Марину переселили в женскую спальню. Женщина рассказывает: «Нас с Мариной переселили. Я каждый день Марине об этом говорила, что так и сделают. Марина наивная, говорила, что так не сделают, мамы живут отдельно, а я при тебе». На место Африкантовых переехали Женя Перец и Леша Пирогов. «А мы вчера заселились в VIP-дом, теперь у нас есть наше гнездышко. С соседями нам очень повезло, Крис и Федя очень дружелюбные ребята. Глеба Жемчугова и Диму Дмитренко досрочно выпустили из карцера за хорошее поведение. Уютное местечко в изоляторе теперь может занять Татьяна Владимировна». Она рассказывает: «Телезрители подали заявление про меня. Будут судить страшным судом за шутки страшные, за разговоры непристойные и прочие вещи. Так что не исключено, что буду сидеть 5 дней и 5 темных ночей. И буду думать, как жить дальше». Судя по постам Марины Африкантовой и Вани Барзикова в соцсетях, ребята снова вместе. Они обратились к телезрителям с призывом к голосованию. Ваня написал: «Поддержите мою девушку своим голосом», и Марина написала: «Голосуй за нашу пару на конкурсе «Человек года». Майя Донцова и Даша Сухорученко подрались. Причиной конфликта стал Ваня Барзиков. «Сегодня днем у нас произошла драка с Дашей», – пишет Майя. «Она ревнует меня к Ване, хотя он ей не нужен, так как она общается с бывшим и зовет его на проект. С Ваней, кроме дружеского общения, меня ничего не связывает, так что Дашины нападки в мой адрес были неуместны». Психолог Михаил Козлов покидает Сейшелы. За ним приехала ассистентка Анастасия. Она спасла его от агрессивных сексуальных домогательств некоторых лиц. Козлов пишет: «Я, между прочим, хороший семьянин. Фото семьи не люблю выставлять, много неадекватных людей», пишет. Семен Фролов утопил свой телефон и теперь не сможет принимать полноценное участие в конкурсе «Тролль года». «Мой телефон утонул, я больше не могу снимать видео и фото. Прошу меня простить за этот казус. Буду размещать фото и видео уже как получится». Очень внимательные пользователи сети по некоторым признакам выяснили, с кем встречается теперь муж Ксении Бородиной Курбан Омаров. На фотографии актрисы Настасьи Самбурской, которая отдыхает сейчас в Испании, видны некоторые детали. На столе рядом с ней лежат телефон и солнечные очки супруга Ксении Курбана. И подписчики сразу поняли, что бизнесмен и актриса проводят время вместе. Эти снимки вызвали настоящий шквал негодования в соцсетях. Ведь многим хорошо известно, что у Курбана в Москве семья, официальная супруга и дети. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки имеются в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.